Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Дорогие друзья, горькие и печальные новости идут одна за другой. За последнее время мы потеряли многих людей, сделавших огромный вклад в развитие нашей страны. Это и актеры, и музыканты, видные научные деятели. Одним словом, это были люди, всю свою жизнь посвятившие служению своей родине. Они были до конца преданы своему делу и навсегда останутся в сердце нашего народа. Вот и сегодня у нас трагическая новость. Сегодня утром на 75-м году жизни скончалась Наталья Евгеньевна Седых, советская и российская актриса театра и кино, артистка балета Большого театра, балерина. В 4 года встала на коньки и вскоре прославилась как самая маленькая фигуристка Советского Союза. Позже поступила в балетную школу при Большом театре, на лед выходила изредка. Вместе с тренером они придумали номер «Умирающий лебедь». По стечению обстоятельств, он попал в эфир телевизионной программы, которую случайно посмотрел режиссер Александр Роу, искавший главную героиню для фильма «Морозко». В результате он пригласил ее на пробы и утвердил на главную роль. Друзья, вы можете поставить палец вверх под видео в знак памяти советской актрисы. Здоровья вам и вашим близким!